Всех приветствую на канале, и сегодня, в общем-то, обзор на вот такого вот, ну, Деда Мороза, Санта-Клауса, как хотите, в общем-то, называйте. В общем-то, он такой вот самодельный. Так, как надо взять? Он, в общем-то, вот такой вот самодельный, в общем-то, такая самодельная кукла. В общем-то, здесь присутствует такой вот колокольчик на ленточке, как бы. В общем-то... Лицо и просто оформлено, борода в виде какого-то вот такого вот материала. Ну, в шерсти. И глаза в виде, в общем-то, бусинок. Что касается самого костюма, в общем-то, вот такой вот стандартненький красный костюм. На котором нашиты зеленые вот такие вот ниточками здесь. Ну, в общем-то... такими вот нашитые зелеными штучками в виде чего это. И, в общем-то, вот так вот выполнил костюм. В общем-то, это типа Санта-Клаус в стиле Тильда. И далее, в общем-то, штаны так же само оформлены, как и одежда, только без зеленых вот этих вот нашивочек. Как и вот здесь вот. Далее... как бы ноги с такой тканью вот здесь вот. Уже другая. И что касается ботиночков, они такие красные. С пришитыми бусинками. И что тоже также обшиты вот таким вот материалом. Ну, вот такой вот, в общем-то, Дед Мороз. Что касается рук, то также. Руки вот такого вот цвета, с такой же самой ткани, как и ноги. И лицо с той же самой ткани. Прошито все, в общем-то, очень хорошо. Ничего такого, в общем-то, нету. Ну, в общем-то, вот такой вот. И, в общем-то, вот такой вот. В общем-то, у нас Санта-Клаус в стиле Тильда. Ну, в общем-то, не знаю, что еще про него сказать, поэтому, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Ну, и всем пока.